Здравствуйте, вы смотрите «Бардачок», с вами снова я, Александр Трепетин. Как говорили мои коллеги во времена Советского Союза, письмо позвало в дорогу. Ну, в том смысле, что на одном из интернет-сообществ харьковских автомобилистов задали вопрос и попросили разъяснить порядок проезда перекрестка. Ну что ж, разъясняю. Речь о широко известном автомобилистам города перекрестке 50 на 50. Раньше он имел такое название, так как тут пересекалось два проспекта – 50 лет СССР и 50 лет ВЛКСМ. Теперь же это пересечение проспектов Ландау и Юбилейного. Ничего особенного в этом перекрестке нет. И с регулированием движения, если ехать по любому из проспектов, тут тоже все в порядке. Ну, почти. А в чем же тогда вопрос и проблема? Вот в этом выезде. Только у нас такое можно увидеть. Нерегулируемый перекресток в пределах регулируемого перекрестка. Ни один спец в организации движения такого даже представить не может. А у нас имеется. И это именно перекресток, а не выезд из примыкающей территории. Здесь на Юбилейный проспект выходит улица Сахалинская, по которой, кстати, весьма оживленное движение транспорта. Лишним подтверждением того, что это все же перекресток, является и табличка 7-8 со знаком «Уступи дорогу», на которой изображен перекресток. И в отличие от других выездов на него, этот нерегулируемый. Соответственно, выезжая отсюда, водители должны руководствоваться знаками приоритета, то есть всех пропускать. Увы, не все с этим согласны. И причина несогласия вот она, виднеется вдалеке. Светофор, обращенный как раз сюда, к выезжающим. Вот такие несогласные и устраивают на данном перекрестке аварийные ситуации, не желая пропускать машины, поворачивающие с Ландау налево, в сторону Барабашова. По их мнению, поворачивающие обязаны пропускать встречных, выезжающих вот отсюда. Так вот, это мнение ошибочное. В соответствии с действующими стандартами регулирования движения, светофор, определяющий порядок движения через перекресток, должен быть установлен перед выездом на него. Такой светофор считается основным со всеми вытекающими. Здесь перед выездом никакого светофора нет, а тот, что находится за перекрестком, не имеет к данному выезду никакого отношения. Он и повернут даже чуть в сторону. Зачем он там и зачем повернут, не понимаю. Но точно знаю, что к выезду с улицы Сахалинской данный светофор отношения не имеет. Единственное приходящее на ум объяснение – это подсказка для выезжающих с Сахалинской, что разрешено движение со стороны Ландау, а по Юбилейному для всех – красный. И не более того. Таким образом, при отсутствии основного светофора, единственным определяющим поведение водителей средством при выезде Сахалинская является данный набор знаков. И при таком выезде в любую сторону следует уступить дорогу транспорту, едущему соответствующих направлений. Тем более, что регулирование потоков через перекресток Ландау-Юбилейный осуществляется, так сказать, поочередно. Разрешающий сигнал включается для каждого направления отдельно, исключая пересечение транспортных потоков. Дождался соответствующего сочетания сигналов, поток замер, проезжай. Впрочем, все это лишь теория. Критерии истины, как известно, практика. А на практике трудно обвинять водителя, видящего перед собой зеленый сигнал и считающего, что ему разрешено движение этим сигналом. Потому в этом месте следует либо убрать существующий светофор, чтобы не вводить в заблуждение, либо наоборот, добавить еще один перед выездом на перекресток Сахалинской и избавиться наконец-то от нерегулируемого выезда на регулируемый перекресток. Вот такая вот педерсия получается. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла.